Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня снова будет рубрика Fix Price. Покажу небольшие покупочки из магазина Fix Price. Ну а потом мы приступим с вами к поделке. Итак, первая моя покупка. Это вот такая вот шкатулка. Состав доломит. Такая вот симпатичная. Было несколько вариантов расцветки, но вот мне понравились с перышками. Такая вот крышечкой. Шкатулочки смотрится очень симпатично, такая вот красота. Это одна из последних новинок в магазине, только подвезли, я сразу же увидела и купила. Еще одна новинка, кстати, в нашем магазине Fix Price — это вот такая вот банка. Объем у нее 2 литра. Банка сделана в стиле Прованс. Вот так покажу, так она лучше полностью влазит в кадр. Я вообще люблю такие баночки всякие, скляночки. И стиль Прованс мне тоже очень нравится. Вот такая вот красота. Крышка у банки с силиконовой резиночкой. Просиликонена, прорезинена. Это для того, чтобы крышка лучше вставала. Вот смотрите, банку подняла. Крышка держит очень плотно. Стоимость такой банки 199 рублей. Я взяла себе пока одну. Но думаю, что из продажи они так быстро не уйдут. Потом возьму себе еще, может быть, парочку докуплю. Дальше. Появились в нашем Fix Price вот такие вот графины. Стоимость такого графина 199 рублей. Я давно хотела себе купить графин. Под различные напитки. Что-то как-то все руки не доходили. Вот тут мне Fix Price как раз попался. Очень удобный. Крышечка у него такая. Крышка пластиковая. Тоже плотненько садится. Состав стекло. Кстати, графин очень тяжелый. Стекло у него толстое. Прям такой объемистый, увесистый графин. Ручка у него удобная. Дальше взяла вот такую вот фоторамку. 13х18. Состав ПС стекло. Не знаю, что такое ПС, но, видимо, что-то похожее на пластик. Вот. Это не деревянная рамка. Взяла данную рамку на поделки, переделки. Стоимость 77 рублей. Потом позже покажу, что я из нее сделала. Еще вот такую рамочку взяла. Размер 21х30 см. У данной рамки состав уже дерево. Рамочка деревянная. Также взята для поделок. Вот еще что забыла показать. Это также новинка. Сейчас я ее вскрою. Вот такие вот емкости, бутыли. Можно использовать под масло, либо под уксус. Сейчас мы их достанем с коробочки. О, коробочка отличная. Как я люблю говорить, на поделке. Так, вот, друзья, смотрите. Вот такие вот еще бутылочки. Объем такой бутылочки 260 миллилитров. Стоимость такого набора 199 рублей. Пробка у них, к сожалению, не деревянная. Обычная пластиковая. Но все равно очень даже неплохие бутылочки. Тем более, две, как говорится, по цене одной. Стекло также у них толстое. Ручка удобная. Несмотря на то, что она маленькая, вмещается 3 пальца. Так что, неплохие бутылочки. Мне они тоже очень понравились. Конечно же, я не смогла пройти мимо. Итак, друзья, на этом обзор моих покупок закончился. В этот раз я купила совсем немного. Ничего такого интересного для себя в магазине Fix Price больше я не нашла. Да и новинок у нас там особо как-то не привезли. В этот раз все как-то не очень. Ну все, друзья, теперь переходим к поделке. Приятного вам просмотра. Я хочу себе сделать подставку под горячее. Для этого мне понадобится диск. Камешки
и горячий пистолет. Ну вот, друзья, вот такая вот подставочка у меня получилась. Не стала ее ничем не декорировать, не красить. Меня и так все устраивает. Вот. Ну а вообще, конечно, можно за основу брать не только CD-диск, можно кусочек фетра, как вариант. Или мешковину, и на нее наклеить вот эти вот камешки. Можно все что угодно, что вам в голову придет. Просто у меня валялся ненужный диск. Выкидывать его было жалко. И я решила дать ему вторую жизнь, как говорится. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.